like to do with you right now a little meditation about that. Сейчас мне бы хотелось провести с вами небольшую медитацию, связанную с этим. Because I think this is probably one of the most significant obstacles. Потому что я думаю, что это for mystics. Скорее всего, одно из самых значительных препятствий для мистиков. Is this condemnation of others? Это вот осуждение других. So, if you don't mind, I would like you to please sit there very peacefully and just shut your eyes and relax. Так что если вы не возражаете, я прошу вас, предлагаю вам сесть, то сам может себя расслабить, себя расслабить. No one else can relax you. Никто другой вас не сможет. So just let go. Расслабить, поэтому просто отпустите себя и расслабьтесь. Now, I want you to just go into a mode of acceptance. Сейчас я хочу, чтобы вы себя чувствовали, если бы вы принимали. You feel very peaceful. Вы чувствуете себя очень умиротворенным. What is, is, and you're fine with it. То, что есть, есть, и вы прекрасны. Just accept what is. Просто принимайте то, что есть. And let an image of a person enter into your mind and just accept them. Позвольте образу какого-то человека просто проявиться в вашем уме и просто примите. As you are accepting, you may feel some hesitation or some blockage within your energy. Allow that to float up to the top of your head and just flow up into the atmosphere and dissipate. Когда вы принимаете его, вы можете почувствовать какое-то колебание или некое препятствие внутри себя. Тогда позвольте ему подняться, этому ощущению выше, выйти через макушку вашей головы и раствориться в окружающем пространстве. It is very useful to have a violet flame coming right out of the top of your head and burning up all those unwanted feelings. Очень благоприятно при этом представлять некое фиолетовое пламя на макушке собственной головы, которое сжигает собой все эти нежелательные плесени, освобождая вас. I want you in your mind's eye to be looking at yourself in the mirror, and I want you to look at yourself
and accept yourself as you are without any condemnation. Сейчас я хочу, чтобы вы своим внутренним взором как бы посмотрели в зеркало, увидели там самих себя и приняли себя полностью, без какого-либо осуждения. Такими, как вы есть. Just accept. Просто примите. And now, I want you to bring within your consciousness the divine being that you draw to you, and just accept that. Сейчас я хочу, чтобы вы поместили внутрь своего сознания образ божественного существа, которого вы привлекаете к себе. You may call to yourself that divine being. Вы можете призвать его к себе, это божественное существо.
you open your eyes and gaze upon these divine beings who are in front of you. Если вы откроете глаза и посмотрите на эти божественные существа, которые являются перед вами. And so may you bring with you wherever you go this capacity to accept what is. Таким образом, вы можете взять с собой, куда бы вы ни отправились, эту способность принимать. To work with it and respond appropriately. Действовать с ее помощью и отвечать соответственно. To move into relationships which nourish you and which you may also contribute to nourish others. И входить в те отношения, развивать те отношения, которые вас питают, в которые вы также можете вносить вклад благотворный для других. And I thank you. Я благодарю вас. I think at this point we would like to play some music because it's kind of late. Я думаю, сейчас нам уже пора поиграть. Музыку, потому что уже время поздно. Следующая наша программа здесь будет. Thursday, Friday, Saturday, четверг, пятницу, субботу, воскресенье. And you are invited if you like. И я вас приглашаю. А время во сколько? 7 часов. We accept. Мы вас принимаем.